Он копится капля за каплей и причиняет такую боль. И в итоге стыд делает человека жестоким. Gel otur bak, cips de var. Давай, садись. Давай посмотрим фильм. Если понравилось, у меня таких кассет тонна. Смертный мир, что поделаешь. На всякий случай, если со мной что-нибудь случится. Ну что ты, я могу поделиться с тобой. Сначала задумайся, Али, где я взял эту кассету? Это видео с камеры наблюдения, у кого она была столько лет? Кто утаил о существовании этой кассеты, а? Кто? Я знаю тебя, Али. Ты не дурак. Только задумайся, Али, кто плел паутину все эти годы, а? Думаешь, я? Зачем Джингис скрывал это? На этой кассете Джингис рыдает, поджав хвост от страха, а ты убиваешь человека, Али. Ты убил его и глазом не моргнул. Кого он хотел отправить в вечность? Будьте вы оба прокляты! Да, да, но сначала выслушай. Но раз я умираю, то мне терять нечего. Стой, 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 стой. Али, ты прав. Мы предатели. Джингис и я, мы оба предатели. Только сначала скажи мне, Али, кого из предателей ты хочешь убить? Прежде чем выстрелить, хорошенько подумай, кто из нас обманул тебя? Кто из нас постоянно использовал тебя? Если ты убьешь меня, эта кассета появится в полиции. Задумайся, Али, кто из нас в итоге останется на свободе? Подумай об этом.